Ты реально, блядь, взял абонемент, чтоб меня нахуй снимать? Иди в пизду отсюда. Это Владимир, гений бодибилдинга. В первый же день в зале парень показывает феноменальные результаты. Он самостоятельно разработал уникальную программу тренировок. Сука, просто походы и повторения. Ты доебался до меня, сука. Суть уникальной программы – подходы и повторения. Подходить к любому делу как черт и повторять это упражнение постоянно. Скажите, Владимир, а правда, что вы единственный бодибилдер в мире, который на массе благодаря сушкам? Чё, блять? Ну, с чаем, то, что вы жрете постоянно. Сука, ты олень, нахуй. Иди пизду, какие. Сука, я в зале, нахуй. Иди нахуй. У тебя вопросы, да ебись ты. Нахуй. Многие в тренажерном зале сравнивают Владимира с Вином Дизелем, ведь он тоже лысый и тоже парень. Одна из особенностей уникальной схемы тренировок Владимира – полный отказ от употребления протеинов. Парень считает, что стероиды ему не нужны. Знаешь, что протеины-то не стероиды, но... Стероиды это с космоса, камни падают. С обычных тренажеров Владимир перешел на железо, несмотря на то, что любимое железо дома ждет, когда он придет и начнет играть в Counter-Strike. В планах у Владимира в кратчайшие сроки стать как Арнольд Шварценеггер и баллотироваться в губернаторы Калифорнии. Но пока с кумиром парня связывает только то, что однажды он тоже голый у бара искал одежду. В ту субботу с ним... Ты слышал, что он, блядь? Вячеслав, несмотря на то, что он подкачался, я бы его вынес специально для России 23.